Здорово, друзья, с вами Спиртик, и я нахожусь в игре Scam. Сегодня небольшое коротенькое видео о том, что сервер, на котором я играю, в котором играю регулярно уже не один год, он переехал с одного хостера на другой. Вот этот вот сервер Land of Pain от сообщества GameScam. Это как раз то слово, по которому можно найти сервер сообщества GameScam. Всегда, какое бы название ни было, это остается, и всегда его можно найти. Он переехал, потому что G-Portal, предыдущий хостер, не мог устранить проблемы, были лаги, рассинхронные, падение сервера. Вот, и оказалось, что есть другой хостер, называется он gghoster.game, кажется, так у него название. И на нем сервера работают лучше. Он стоит дороже. Но там можно регулировать не только слоты, там можно регулировать и параметры системы, на которой находится сервер. Поэтому было принято решение админом сервера переехать на другой хостер. Поэтому произошел вайп. Этот сервер еще доступен, еще можно поиграть, старый. Но он будет доступен всего несколько дней. Но все основные игроки переехали, я сейчас не знаю, я обновлю, тут будет показано, сколько человек. Давайте посмотрим, сам я немножко приболел, поэтому, может быть, голос немножко другой. Будет обновление, нет? Ну, вот это у них тормозит, вот это вот, когда в избранном ты обновляешь, не работает. Вот здесь вот просто, здесь нажимаем обновить, находим все сервера. Как найти тот сервер, на котором я буду играть? Сегодня, наверное, много не буду играть, но покажу, как найти сервер. Просто переключаем английскую раскладку, набираем GameScam. И находим два сервера. Вот этот вот новый сервер, Land of Pain. И он находится в Европе, что очень важно. И, кстати, больше слотов сделали, и уже народу, видите, 42 человека, народ играет, там вайп, все заново. Вот. Поэтому заходим сюда, создаем персонажа. Это будет, так, полмужчина. Голова у нас где? Дэнни Трехо. Параметры я, как обычно, задам вот так вот. Все кидаю в интеллект. Здесь смотрите, что я делаю. Так, тут больше мне ничего не надо. Да. Здесь... Так, оружие для рукопашного боя медиум. И вот этот стрельба из лука basic, вот так вот не рассчитал я. Вот это вот все в basic. Я обычно так делаю. Тут стойкость до медиума, бег. Здесь вот очень хочется взять воровство, хотя бы до медиума. Но нет, не буду брать. Возьму вождение, ребят, хочу поработать таксистом на вот после этого вайпа. Вот в новой своей, как бы, итерации попробую себя все-таки таксистом. Здесь медицина, инженерное дело на медиум, выживание на basic, чтобы хотя бы компас был. Ник Спиртик создать, поехали. В общем, в описании под видео будет вся информация. Новый IP-адрес, то есть можно будет зайти по IP-адресу, можно будет зайти, как и я. Обязательно надо добавить серверы в избранные после того, как зашли, чтобы не забыть, куда надо заходить, а старый сервер из избранного удалить. Поэтому всех жду на сервере Land of Pain, приходите, играйте. Хостер классный, давайте сейчас попробуем события.
и посмотрим, как событие играется, потому что то, как игралось событие раньше на предыдущем сервере, это было невозможно. Попробуем сейчас. Попробуем сейчас. Давайте мне эту картинку убирайте уже. Здесь я себя, наверное, попробую все-таки таксистом на этом сервере. Буду возить людей. Ну, не знаю, как с минами будет. Потому что прошлая моя поездка на машине, она была просто очень печальной и трагичной. Да знаю я, как управлять уже. За 8000 часов научился. Полетели, полетели в теплые края. Да. Отлично я приземлился. Вот этого я не ожидал. Вот этого я не ожидал. Обычно деревья, макушки деревьев, они как бы не физически такие. Раньше были, видимо, сделали их физическими. Тут можно поставить флаг? Можно поставить флаг. Отлично. А, разрабы! Я баг нашел. Ай, блин. А, ну что делать-то надо? Надо как-то спускаться. Ну, я чувствую... А может быть, с дерева на дерево? Я не знаю, только так, потому что по-другому-то как? Я разобьюсь сейчас окончательно и бесповоротно. Та-та-та-та-ай! Нет. Ну да, разбился. Отличное начало выживания на сервере, ребят. Просто суперское. Просто. Просто замечательное. Кстати, на сервере вот так вот флаги ставить в недоступном месте запрещено. За это можно, ну, бан не получить, но флаг ваш уничтожит. Давайте, попытка номер два. Может, в более интересном месте появлюсь. Опять зима. И опять подтормаживать. А, вон там какая-то местность интересная. Что это за местность? Я не узнаю ее. С2. А что там такое? Это бункер? Нет, не бункер. Блин, ну а что тормозит-то? А что у меня такое? Что? Я не пойму, блин, ну... Решил снять видео. Петр мой, 80 FPS, 90. А были какие-то проблемы? А, это ПВЕ-зона. Это ПВЕ-зона, которая без защиты теперь. Вот оно что. И тут флаг ставить нельзя. И тут строиться нельзя. А, надо попробовать события. События, я говорил уже, идут гораздо круче. Для этого... Сейчас мы тут... Так, эти кусты не рубятся. Надо дырку в заборе найти, наверное. А вон кусты я нашел. А, мне надо 10 очков славы, чтобы попасть в события. Я вам покажу, насколько круче работает этот сервер. Еще не идет. Ну, 10 очков славы я сейчас быстро набью. Это прям не проблема. Самое классное, у меня вот есть мачете уже можно. Сразу начинать можно рубить кусты, не надо крафтить ничего. Ну, правда, мало палок с этой мачете получается. Или будет 5? Нет, 3.
Три. Топором было бы 5 или пилой. Появилось бы. Так вот, оп. А, все, у меня было 10 палок. А, очки славы не дают в этой зоне, да? Или чё? Нормально, я так лоханулся. У меня прям одна неудача за другой. Очки славы мне не дали. За то, что я тут деревья порубил. Надо выйти за эту зону. Интересно, да? То есть зоны нет никакой, а очки славы не дают. Теперь попробую найти... А, вот, нашел кусты сразу. Сразу нашел кусты. Потому что мне вот просто за 10 палок должно было дать 25 очков славы. Уже должно быть 0, идея. Сейчас вот посмотрим, сколько у меня будет. Тут столько же палок получилось. Сейчас посмотрим. И самое главное, на том сервере была игровая валюта, которую только там в Дискорде ее можно тратить. Все это осталось. Поэтому это абсолютно тот же сервер, что был раньше, только с вайпом и на другом хосте. Тот же админ, все те же правила, все те же условия. Хотя, насколько мне известно, поменялся немножко магазин, больше добавили вещей в магазин. Да, видите, сразу ноль уже. Сразу ноль. Сейчас еще 10 очков славы получить и ништяк. Можно будет попробовать события. Кстати, вышка охотничья, можно заглянуть, посмотреть, что там. Вдруг там что-то интересное. Нифига себе, хантер. 9-миллиметровые патроны. Я уже почти вооружен. Так, вот кусты. Мне их должно хватить. Так. Это вот лайфхак, как набирать быстро очки славы. Кстати, графония у меня порезана, у меня на низком стоит вроде. Сейчас мне открыть меню. Настройки, пока он рубит. Настройки на низком. Ну, потому что 100 FPS, я не знаю, где там, видно, не видно вам. Так. И... Оп, 23. Все. Очки славы есть, события, великий табор, смертельная битва, великий табор. Все, зарегистрироваться, и тут пишем. Гол события. Призываем народ. Вот, уже сразу есть первый кандидат. Отлично. Все. Началось. Ну, главное, чтобы еще человек зашло побольше. Тогда как оно поинтереснее получается, будет более лучшая проверка. Так, а где у меня мышка? Я хочу Аксю. Вот, все. Аксу. Ну и все, больше мне ничего не надо. Ой, еле попал.
А где события? Трое нас. Нас трое. Нет этих рассинхронов, лагов. Короче, люди подсоединяются. Эх, сейчас будет месиво. Ну, у меня вот есть фризы, ребята. Вот они, фризы. Ну, у таких рассинхронов, как было раньше, их нету. Не знаю, что у меня... Проблемы какие у меня с компьютером еще. Полился. Давайте на полицейский участок кинем гранатку. Так, где все вражины? По домикам сидят? Там вот стреляются, а я не вижу. Я вот центр сейчас выбежал самый. Он меня грохнет. Будто в полицайке есть кто-то. Он там с другой стороны. Он умер, его убили. Блин, да что я никого не вижу-то? Все от меня скрываются. Показать, что рассинхронов-то нет. У меня уже выносливости нет. Блин, сверху, да? Мне кажется, я краем глаза видел там кого-то наверху, но что-то не стал смотреть. Ну где враги-то? Потерял, не вижу. Enemy. Ну видите, все бегают нормально. Нет телепортов, полетов, блин. Отлично все происходит. Она там за домиком. Ну что-то я всех нахожу с трудом обычно. Ок, народ. То есть человек довольно-таки много. Так, вот тут вот был. Нет, нифига. Блин, как так, а? Я умираю! Гранатка прям рядом. Да, добили меня. Я думаю, это хороший пример того, что раньше и 6 человек, уже рассинхрон и всякая фигня. Сейчас же нормально. Это при том, что 40 плюс человек на сервере. Но видите, вайп был только сегодня. То есть сервер, точнее, ты запустился только сегодня.
И где вот он? Гранат прям сюда. Почему я не вижу? Блин, где-то в здании был уже, ё-моё. Да? Ты издеваетесь, что ли? Прямо перед ним опять появился. Так. Да, ну... Навожусь, а толку нет. Надо что-нибудь другое взять. А, так. Ну, у меня еще не прокачано это, как его... винтовки. И очень тяжело попадать. Прям рядышком вроде. Да ну... Не, прям в последнее время не прет в событиях. Я не знаю, я вообще, ребят, расслабился. В PvP стал ужасен. Блин, а что так подкидывает? Он там чел бежал. Ай, догнал меня, догнал. Да, успел я нажать. Успел. А я типа из последних сил. Да? Круто. Он появился чуть раньше и убил меня. Блин, пропустил пулю, а. Пропустил. Вон чё. Блин, сзади. И вот как ему везет, он прям меня убивает и убивает. Он на мне уже столько фрагов сделал. И именно так, что... Блин, опять я пропускаю. А, не, не то оружие, все-таки не то. Надо что-то взять другое. Да уже все, уже. Юм попробуем. Буду от Бедровичем зажимать. Не помогло. Но все равно, видите, классно. Нет этих рассинхронов. И это прям супер. Это прям супер. Да, ужасно отыграл. 7-12. Прям ужасно. Но зато я вам показал, что сервер работает прекрасно просто. Поэтому всех зову. Заходите, играйте. Сам я тоже буду тут играть. Но... полноценно играть, наверное, я сегодня не буду. Начну завтра. Сегодня я уставший после работы, плюс приболел, надо отдохнуть. Поэтому только так, ребят. Всех жду на сервере Land of Pain. В описании под видео вся информация будет. Новый хостер, новый IP-адрес, поэтому не теряйте, заходите на старом сервере, не играйте. Там уже скоро он прекратит свое существование.
Вот. А на этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. Очень рад буду лайкам. Ну и всем счастливо, всем пока. До встречи в следующих видео.